Здравия желаю всем зрителям программы «Телемикс настроения». Наша съемочная группа решила этим утром влиться в строй, чтобы поднять всем вам настроение. Тем более, что слова «строй», «настрой», «настроение» родственные. Ну а для начала я решила сама поучить основные строевые команды. Строевая стойка является базовым элементом строевой подготовки. От того, как правильно принято положение строевой стойки, зависит правильность выполнения всех строевых приемов. Пятки находятся вместе, носки врозь, ноги прямые. В коленях не согнуты, корпус тела подан вперед, голова приподнята, подбородок, линия подбородка параллельно земле. Принимается строевая стойка и считается поворот на носке правой ноги, на пятке левой ноги. Поворот на прямых ногах и представляется правая нога прямая. Ходить по подиуму немного проще. Еще раз убеждаюсь, что каждый должен заниматься своим делом. Давайте полюбуемся, как это делает рота почетного караула 7-го учебного центра. Попросили этих красивых, бравых ребят разучить песню к дню рождения нашей программы. Ребята, готовы? Да, Гош! Песню запевай! Если утром щелкнешь пультом на канале ТВ-центр, значит, ты попасть рискуешь. Настроение эпицентр. Ты узнаешь, что в роддоме родилось три малыша. И о том, в каком районе отключается вода. Ну а если дозвонишься и дашь правильный ответ, то получишь приз и сможешь маме передать привет. Если в камеру здоровья уссурийцам пожелал, то тебе все скажут: круто, очень круто ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, ты звезда, давай народ удиви. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, ты звезда. С днем рождения, Телемикс, настроение! Ура!